Добрый день! Добро пожаловать на mini-defistoys.ru. В этом видео мы расскажем и покажем, как подключить смартфон к джойстику приставки. Поможет мне в этом Ромка. Ром, давай рассказывай, что нам нужно для этого? Для этого нам понадобится смартфон. Угу. Любой модели. Для начала берем наш смартфон и включаем на нем Bluetooth. После этого берем наш джойстик, удерживаем кнопку X и удерживаем кнопку посередине. Джойстик становится доступным для других устройств. Что он при этом делает? Он должен мигать, вот так должен мигать. Угу. Выбираем устройство под названием Gen Game. Gen Game, правильно? Да, Gen Game. Если угу. у вас не получается, можете зайти в настройки, как я. Включаем Bluetooth. Вот у вас может появиться вот такое устройство. Угу. Вот, у вас подключено. А, Gen Game, да, увидела. Было написано, что подключено. Можем управлять B, это назад. Ну, чтобы перейти в режим игры, нам надо нажать вот сюда. У вас должно переключиться на кнопочку 2. Не знаю, давайте протестируем эту игру, если у меня получится. Конечно, получится, Ром. Угу, и что еще? Так, что за игрушку ты включил? Майнкрафт. Ага. Так, проверяем. Так, как включить? Как? Вот. У вас сразу, если в Майнкрафте, у вас должно появиться вот такие кнопочки снизу. А. Выбрать. В. Выход. Нажимаем А. Здесь показывает то, что ЛБ и РБ может переключаться. Нажимаем А, чтобы выбрать. Угу. У вас пойдет загрузка. Угу. Но управление здесь будет на примере, как на Xbox. Как на Xbox. Вот видим, чтобы нам взлететь. Давай получше. Повернем экранчик, вот. Чтобы было видно. Чтобы прыгать, нажимаем кнопку А. Чтобы сесть, нажимаем кнопку Б. Вот видите, наш персонаж проседает. Чтобы открыть инвентарь, нажимаем X. Ну, то есть все работает, правильно? Соединение да. установлено, все работает хорошо. Так, с этим не будет. Так, ну все. Вот, чтобы кинуть предмет, нажимаю вот на эту кнопочку. Слушай, это консоль. Ром, тебе нравится играть через такую приставку? Да, удобно. Очень удобно даже. И то, что крепление есть, правильно? Крепление, да. Крепление это хорошо. Угу. А в гонки ты играл на этой приставке? В гонке нет, еще надо будет попробовать. Ну, я знаю то, что Асфальт 8 прям замечательно подходит именно к этому джойстику. Угу. Ну что, скажи вкратце свое мнение. Ну, мнение жутко хорошее. Очень удобно, потому что, в отличие от Xbox, здесь вот так вот ты должен сюда палец, потом здесь. А угу. здесь вот все удобно, так вот держишь и все. Так все удобно. Ну все, здорово. Ром, давай поможем ручкой и скажем пока. Пока!